Международный товарищеский матч по волейболу. Встречаются сборные команды Советского Союза и Кубы. Нельзя, девочки, без ответственности. Выпрыгнуть силой до конца, забить. Принять мяч нужно внимательно. Всем. Пожалуйста, главное принять мяч сейчас. Довести мяч. За все мячи боремся. Внимательно. Внимание, внимание. Люда, куда уходишь, Люда? Третий ты могла ударить, а первая два не могла. Когда закончить, нужно было игру одним ударом. Дважды была возможность. Я. Двигаться, Люба, забивать сильнее и злее. Двигаться, двигаться. Ира. Ахамин. Нельзя же сажать в блок! Так ты через перец, да? Посмотри, у нее руки какие. И как она прыгает. Или через гарсию. Мяч взвешенный, нужно поворачивать, уходить от блока. Нельзя же ход шлепать все время. До конца бороться. Прием хороший обеспечить. Отыграет мяч. Наташа, внимательно. Наташа. Быстрее все нужно делать. Быстрее. Иди. Совершенно отключено. Перерыв! Радевич, еще 20 лет волейбол будешь играть. Расставок будешь начать стоять, а перерыв должен брать. 13-7, первый перерыв. Какой сзади стоишь? Саняк, ты будешь готовиться к блоку против Урая? Кого ты здесь караулишь? Кого ты караулишь здесь? Я тебе сказал караулить Урая постоянно. Третьим блоком караулить. Каждый выполняет свои задания. Каждый, Люба. Строго. Здесь расслабление. Вышло на заднюю линию, опять расслабление. Держись в руках, держись крепко все время. Будет мяч, который ты... Нужно добивать, ты прижал от всех. Это расслабление, внимание, просто невнимательно было, ясно? Было расслабление. Если будешь держаться внимательно, заметишь, что он перелетает, забьешь. Всегда забьешь. Потом внимательно, держать себя в руках. Все время. Поехали. Внимание, внимание. Внимание, боремся! Игру, ты понимаешь или нет? Ты заваливаешь игру сейчас! Ну, чтобы ты играла!
Организовал игру. Возьмите курточки. Ахаминова, Лена, возьми курточку. Одевайся. Устала? А? Резче. Полнее выталкивание. Плохо, Филя? Хорошо, хорошо. Отталкиваться быстрее, Лена. Быстрее, быстрее отталкиваться. Дальше руки не спеши опять. Выталкиваться хорошо. Финального поединка СССР-ГДР. Да, безусловно, советские баллистки отдали все для победы. Поистине команда доказала, что достойна золотых наград. Ее основу, костяк, составляют члены одного коллектива, Свердловской команды «Уралочки». Тренирует сборную женскую команду СССР наставник свердловчан Николай Карколь. Нашу команду отличает высокая игровая дисциплина, разносторонняя физическая и техническая подготовка. Сегодняшний матч убедительное тому подтверждение. Сегодня мы это все с вами видели. Завоевала команда СССР.
так спустя 8 лет советская волейбольная команда вернула себе титул олимпийских чемпионов. Не ходят! Ну как?